сегодня я хочу вам показать своих питомцев. Как вы уже знаете, у нас есть две кошечки. Это Муся, которой уже в августе будет 15 лет. И вот наша Мусечка старушечка. Да, вот такая Мусечка. У нее уже нету зубок. Такая старенькая кошечка. Да? Угу. Вот такая. И есть Алиска, которой только в сентябре исполнится 2 годика. А сейчас ей просто 1. Ну да. Где наша Алиса? Алиса! И вот она, Алиса, убежала. Алиска, Алиса, она привет. Очень любит играть. Передай привет всем друзьям Полининым. Она очень любит играть. Алиса. Да, Алиска. Она молоденькая, она любит, обожает играться, да? Она очень обожает играться. Если Оля, ты что делала только что? Расческу? Да, расческу. Эту расческу очень любит Муся. Как начнет, вот она уже сразу прибежала к ней, да? Вот такая Мусечка, она любит расчесываться, красотуля такая, приводит себя в порядок, да? Да. Алиса не очень любит, да? Да, она еще не привыкла к этой расческе. Да, так расчесывается старушечка наша. Так, Полина, а что у тебя еще есть? Идемте. И у нас еще есть рыбки. Такой воздушек, надо уже водичку поменять. Полина каждое утро кормит их и вечером. Да, Поль? Угу. Просыпается и кормит. И не только их, а кормит и Мусю с Алисой. Молодец. За ними ухаживает, да? А они, кстати, обе любят под шейкой гладиться. Им очень это Конечно, нравится. Это ж кошечки. Алиса. Алиса побаивается Мусю, Муся постарше. Да, и вот тут командует, командирша, да? Они дерутся. Иногда бывает, да. Особенно Алиска хочет играться, так вот они почему дерутся. Такая вредная, да? Ага. Ну, иногда играются, бегают за друг дружкой. Алиска. Так, но у нас еще есть, появился еще один питомец, которого мы нашли на даче. У нее какая-то проблемка, да, и она не может летать. И это птичка. Да. Кто это, Полина? Что это за птичка, Полина? Это скворец. Да, это скворец. Сейчас мы его покажем. Так, ну что, Полина, покажем нашу? Масю. Масю. Мы ее назвали Масечка. Смотрите, она сейчас кушает, насыпали ей кушать. Ой. Вот такая скворец. Мы не знали, кто это, мальчик или девочка. Но потом выяснили, когда грудка там немножко лысенькая, то это девочка. Вот мы и выяснили. Масечка сейчас кушает. Мы сейчас ей дадим червячков. Накопали свеженьких майских жучков. Червячков. Вот такая Масюшка наша. Ой. Вот, видите, как она кушает. Симпатяж. Симпатяшка. Она уже у нас неделю. Она очень привыкала к нам, боялась немножко. Но летать она еще не может. Крылышки у нее вроде все в порядке. А почему она не может летать, пока не знаем. Вот такая симпотная Масечка. Мы ее назвали Мася, потому что не знали, мальчик или девочка. Мася, мальчик, девочка. Да, Масечка, Масечка. Сейчас Полина хочет. Так она немножко намочилась. Мы ей купили гнездышко. Она пока туда не может залезть, но очень хочет. И все скворцы любят купаться в песочке. Она очень любит купаться в песочке. Мы ей сегодня с Полиной накопали свеженьких червячков, паучков. Червячков. И майских жуков. Личинок майских жуков. Она их обожает. Сейчас Полина будет ей давать. Она как раз кормить будем ее. И она очень их любит. А ну давай, Полина. Майские жуки. Одного, да. Пока одного. Ай, Поля, ты что, через верх кидаешь ей? О! Вот, она их очень любит. Смотрите, как она сразу кушает. Кушаем. Вот, она его тягает, пока, наверное, не убьет.
Да, Пум? Угу. Вот, а потом его кушает. Очень любит его. Больше, чем червячку. Ну, червячки она тоже обожает. Так что, видите, как она. Я могу ей червячка вот тоже дать. Она не надо, пусть она пока скушает его, а потом уже будет кушать червячка. Да? Любименького. Вот, как она прелестна его. Зато мы на даче, на огороде, да, пособирали всех жучков, которые нам не нужны. Да? Ну, это червячок, он полезный, в принципе, в огороде. А вот, вот эти личинки не очень. Все жрут. А скворцы нам помогают, да? Вот такая. Видите, как она ее тягает? Вот так. Вот. Она тихонечко у нас сидела, побаивалась. А сейчас она уже привыкла к нам. И уже начала чвиринкать. Да, Поль? Угу. Такая красивенькая. Полина ее кормит всегда. Вот такие у нас питомцы. Ребята, а какие у вас есть животные? Ребята, пишите в комментариях, какие у вас есть питомцы и как вы за ними ухаживаете. Да. Вот такой корм еще есть сухой. Да. Мы почитали. Это для средних попугаев и для птичек экзотических, и для скворцов даже. И она любит, она выбирает, там кушает и сухой корм. Очень любит клубничку. Мы ей давали клубничку, она ее так склевывала. Смотрите, видите, как она ее тягает очень долго. Пока, наверное, не убьет. Пока она не будет шевелиться, потому что... О, и сейчас она, наверное, не будет кушать. Она глотает. Масочка, не отворачивайся от нас. Мася, Мася. А ну, как ты скушаешь ее? Смотрите, как она кушает. Вот такая скворчиха. Миленькая. Конечно, мы надеемся, что у нее все вылечится. Она окрепнет и начнет летать. И мы ее выпустим. А забрали, потому что там много котов. И ее бы съели. Нам было очень жалко ее оставлять, да, в таком состоянии. Сейчас она уже получше стала, она уже на ножках хорошо так стоит. Но летать пока еще не летает. Мы уже пробовали выпускать ее так в комнате. Да, она чуть-чуть. О, о, а ну давай, кушаешь? Как она тягает ее. Долго, так долго. Может, ей сильно крепко попалась? Не знаю. Ну, сейчас она ее скушает уже, я думаю. А вообще скворцы едят разных личинок, очень много всяких личинок мы читали, кузнечиков, всяких жучков, червячков. Вот. Потом, когда наступает, о, смотрите, сейчас она, нет? Сезон ягод, они ягоды разные едят. Яблочко любит. Яблочко мы ей давали тоже на терочку, терли, угу, на большую, да, и она с удовольствием кушала. Вот. Вот такая скворчишка у нас появилась, да, Пуля? Да. Ну, не знаю даже, если она не будет летать, мы ее оставим, конечно, себя. Ага. Оп, опа, и глотнула, вы видели как? Сейчас можно червячка давать, Мася. Все. Не надо, она пока его глотнет, она пока червячка не будет кушать. Он так сидит. Все, сейчас она его там, видите, глотнула. Есть поилочка, она пьет водичку. Ну, кинь червячка. Ждет, что еще, что ли? Будет она червячка сейчас есть? Мне кажется, она сейчас не будет есть червячка. Смотрит так. А, Поля уже кинула. И она смотрит на червячка, смотрит. Она сейчас пока он и пролезет там. А Алиса любит наблюдать. Вот она сзади уже стоит и наблюдает. Поначалу, когда мы принесли, они прямо с Мусей, да, Поль? Угу. Сильно так хотели ее скушать. Ну, сейчас они привыкли, да? Угу. Просто ходят и смотрят. Масечка тоже не очень-то и сильно боится их. Вот. Но с осторожностью смотрит на кошечек. Видите, червячка она же не хочет, пока не переварится у нее тот жучок. Или я не знаю, как он переварится. Может, чуть-чуть он пройдет дальше у нее с горла. Вот, скушает потом червячка. Так что пишите нам комментарии, понравилось наше видео или нет. Полины питомцы понравились или нет.
ставьте лайки, лайки, пишите нам обязательно комментарии, подписывайтесь на Полинин канал, нажимайте на колокольчик, да, и не пропускайте наших видео. Всем пока-пока!